у нас идет полиаритмия вертикальная, то есть вверху идет 4 четверти, внизу 5 четвертей, но пентолями или фифтолями, как они там называются. А дальше идет полиаритмия у нас горизонтальная, то есть верхний трек у нас делает абсолютно то же самое, а нижний трек идет стандартный 5 четвертей со сдвигом. Слушаем. Видно, что разные виды полиритмии дают совершенно вот абсолютно разные ощущения от одного и того же трека. То есть первый голос у нас играет все одно и то же. Примитив. Второй голос у нас играет. То есть пентолями. Все вместе это создает абсолютно разную полиритмию.